Вопросы распоряжения землей, ценнейшим активом страны. Здесь мое абсолютное убеждение и железное требование на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента. Тем более, как мне докладывают, в регионах есть тысячи участков, которые не востребованы, а нуждающиеся в улучшении жилищных условий вообще могут получать их бесплатно. И недавно, вы знаете, я принял решение о пустующих домах, которые, ну, вроде бы уже никому не нужны, никто не претендует. Есть участок в городе или на селе, пожалуйста, местные органы власти первичного уровня принимают решение. Но под Минском, областными центрами, вблизи водоемов, заповедных мест, земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете почему? Это общее достояние. Мы не можем превратиться, как в соседней стране. Смотришь на озеро возле крупного города, простому человеку, обычному, туда не подойти. Почему? Потому что заборы выстроили прямо в воду и организовали причалы для своих посудин. Это негоже. Мы этого избежали. То есть вот я назвал несколько таких моментов, где ослаблять власть президента нельзя, тем более у меня есть опыт соответствующий. Поэтому я уже насмотрелся, у меня был опыт вот передачи этих полномочий туда-вниз. Это не потому, что губернаторы плохие. Просто такие вещи должны быть железно в одних руках. Но все равно губернатор будет носить предложение. И уже по вертикали, через правительство до президента мы изучим эти вопросы. И примем решение. Вот по таким глобальным вопросам, словом, земельные вопросы, лесные вопросы, это фактически передавать кому-то, распределять запрещается. Это запрещенная тема, за исключением, извините за тавтологию, каких-то исключений. Бывают исключения, ну тогда придите, докажите президенту, он примет решение. Я думаю, что наши дети и внуки спасибо за это скажут. И будущий президент, который будет управлять страной, тоже поблагодарит всех нас за то, что мы оставили вот такие вопросы и полномочия у президента. Вместе с тем, если нужно осовременить действующую практику за счет внедрения цифровых технологий, допустим, упростить администрирование, давайте рассматривать такие предложения.